остальной подвал. Так, она какой-то ключ нам дала. Так, вот у меня лук, а как из него стрелять, я что-то не пойму. Я могу только пауков кидать. На крестик попробуй. Ну, крестик это пауки. А на R2? А квадратик, нолик, треугольник. Хрен знает. Как я не могу. Найдем там нечисть, сейчас будет до хрена. А, да бля, я ж могу управление посмотреть. А, ну тут только умение. Чуть позже. Так. Я собак вызвала, а у меня разве они были? Ха. Странно. А, псы-зомби, да, у меня они были. А я думал, у меня их нету. Пиздец. У меня только двое, их должно быть трое вроде. Диплём, Толян, ты туда идёшь. На катарте стрелочка есть? Да, есть. А как туда пройти-то, блин? А, через вот. Дом. Ротристрамская. У меня теперь собачки со мной. Мои псы всех загрызли, да. Чё, пойдём в собор или куда? Три уровня, по-моему, в соборе. Тут сейчас будет очень жирный мудак, как здесь. Когда он умрет, из него черви пролезут. Очень сложный, короче. А вы тут были уже, да? Да, но нас убили, непонятно. Охуеть. Ага. Смотрю, как немало.
Пиздец. Женский. А куда вы убежали? Это вы убежали, мы там же. Мы всех убиваем, но только потом идем дальше. Я нашел какой-то свиток лохотрона, блядь. Служил я своему монарху и родне. Никто не был предан королю так, как я. Вот вы вниз спустились, а мы вниз не спускались. Ты тут сапожки падали, не знаю, может, они до сих пор лежат. Не посмотри. Есть? Нет, только золото. А, так. Иди до конца, там свиток лохотрона. Нашел? Мы тут перекатываемся. Доширак, блядь. О, там враги. У меня написано новый рекорд побоища. 23 монстра убили. Блин, у меня есть полечиться. Есть полечилка? У меня нету. Я только использовал.
А тут есть, кстати, какой-то персонаж должен быть. Когда он лечит, то все вокруг него тоже лечатся. Вот я не знаю, у кого-нибудь есть такая способность? Ну, это должен быть у Димы. Если такой есть, то такой у Димы. Он же, типа, добрый колдун. Это злой колдун, у тебя вряд ли есть. Ломок хоть крушить. Вливайте за ты! Вот я нашел печку. Че, привет? Мы тут не все почистили. Да, я еще тут сортир не почистил. Мы сюда пришли. Опять свиток лохотрона. Нет, есть еще одно место, куда мы не ходили. Не видишь? Не говоришь, что сортир. Так. Вот да, осталось только одно место вот это вот, там дверь, по-моему. Куда я иду? Вот тут. Да, тут дверь. Она открыта, кстати.
Он метал гром и молнии и называл нас всех изменниками. Я был терзавший у меня боль, я был вынужден убить его. Прежде чем пойдем на второй уровень, я хочу, тут у меня новое умение открылось. Да, тоже глянул. Так. Ну, смотри, тут есть специальный обмен, который это меняется шмотками. Нажми на селект. И там есть группа посередине. Выбираешь игрока и треугольник обмен. И что ты мне хочешь дать? Ничего, просто, чтобы ты... Что это? Подожди. Если кто-то арбалет найдет, пожалуйста, давайте мне. Смотри, а что это у меня такое? Ха-ха-ха, видишь, что у меня за хуйня такая? Кого арбалет? Арбалет? Если арбалет тут найдет, дайте мне. У меня только лук, но у него 7,7 урона. Это мало. У меня 3 всего. Да ладно. Да, у меня самый начальный. Мне больше не давали. Слушай, ты же мне пользуешься? Давай я его сейчас скину, посмотришь. Так, обмен дай. Да я его выбросил, подбери. Мне ничего в обмен не надо. Мне и так тут дохуя. Да, не приноси. 7.7, а у мой арбалет от 3 всего. Тебе мой арбалет дать? Не. Отлично, спасибо. Она из автомата стреляет, смотри. Вообще как-то. И ловушки ставит. А я почему-то не могу оружие использовать, я могу использовать только умения свои. Ты как из-за арбалета? Я оружие буду давать просто атаку. Я из арбалета все умения. Крит, пикер 2. У меня только на квадратике ловушки ставят, и все. А как ты из арбалета стреляешь? Какой кнопкой? Крестик — это обычная атака, а на R2 — это суператака. Ха. Вот у меня в руках лук, да? Или что у меня в руках? Откуда у тебя еще один лук? Не знаю, я хочу им атаковать. А вместо лука я нажимаю крестик, он у меня вообще огонь выпускает. Значит, это твоя атака из лука. Да? Пиздец. Ну и пойдем. Пойдем. Че? Прислужники зла! Пиздец. Сейчас он нас порвет, ребята. Все, конец игры. Финальный босс. Всем спасибо за игру. Да. Thank you.
А, Люфи умер. А я шестой уровень взял. Ох, как у меня пятый. Я тебя догнал почти, смотри. Да, круто. Что там внизу? Ничего не вижу. Там еще какой-то проход вроде бы. Да, идем. И чё? Они в город смотались. А где мы? Ту серию сундуки нашел. Ого. Что золото? Не знаю, я пока не хочу в город, я еще там следую, может найду что-то. Да, мы тут и все. Тут собор, мы тут были, все. А дальше туда? Мы по прыжке оттуда. Нет, по карте там еще какая-то тропинка. Вот да, мы пришли отсюда. Вот мы потом в собор зашли и тут бегали в соборе. А здесь не прыгали. Ну все, тогда что, в город? Союзник покинул меня, но и враги стали слабее. Ты его опять выбил из игры, похоже. Союзник покинул меня. Я сдержал слово перед ней и спас ее дядю. Король-скелет не смог схватить Декарда Каина. Какие тормоза. Но упавшая звезда все еще. А, ты подключился? А? У меня сейчас заставка была. Куча интернета. Чего он выбивается? У меня появился союз. Это же все, что можно было после дела. Мистер. Что ты знаешь об упавшей звезде? Боюсь, не дядя. Ты чё? Задание. Как Адриэл? Ну что, перерыв делаем или что? Нужно как раз найти. Что-то у меня дохуя вещей, но я ничем не пользуюсь. Я все продам, наверное. Тогда пока запись остановлю, пока побегаю.
попродавая всякое дерьмо, а то у меня много всего. Да, я тоже хочу.